Бывают такие случаи, когда человек сбивает пешехода. Ну, наносятся какие-то травмы средней тяжести там и тому подобное. Бывают смертельные исходы. И люди в соцсетях начинают этот момент мусолить. Вот, беспредел, там, все остальное, наказать. И если возникает такой момент, что данный водитель может избежать уголовного наказания, все начинают по этому поводу муссировать такой момент, что вот, он избежит наказания, там, связи и тому подобное. Теперь давайте предположим, что на месте этого человека за рулем автомобиля оказались лично вы. То есть тот человек, который на данный момент смотрит сейчас этот ролик. Если бы у вас была возможность избежать уголовного наказания, вы воспользовались бы своими связями, связями своих родных, чтобы избежать тюрьмы? Либо вы, как честный человек, верующий, может даже атеист, неважно, все-таки сказали бы: нет, я нарушил закон, я сяду в тюрьму. Ответьте мне в комментариях, но только честно. Жду.